Здравствуйте, друзья! Сейчас я вам расскажу о таком инструменте, как Skype Combine, который нам предоставляет бесплатно всем желающим компания «Империя разума». Компания очень интересная. Вот у ней Combine, это программа, которая помогает работать в Skype, находить много контактов, отправлять им сообщения, вот, приглашать их на разные мероприятия. Вот самой компании вы посмотрите на этом сайте, вот о клубе почитайте, маркетинг посмотрите, интересный маркетинг вот в этом ролике, в самом конце там самая вкусная квартирная программа. Вот и всем желающим она предоставляет этот инструмент для работы. Сейчас я расскажу, как его загрузить, как установить и как им пользоваться. Вот каждому человеку делают предложение вступить, он получает приглашение. Вот. У каждого человека есть своя как бы реферальная ссылочка и идентификационный номер. Вот этот номер обязательно нужно сохранить, чтобы знать, под кого зарегистрироваться. Прежде чем регистрироваться, я всегда рекомендую навести порядок в своих программах. У меня вот, допустим, я работаю в браузере Google Chrome. Я всегда захожу в кнопочку «Нахожу». Нахожу инструменты, потом удаление данных просмотренных страниц. Вот, нажимаю кнопочки, вот эти галочки, и таким способом я очищаю историю. Нажимаю кнопочку и очищаю историю. Вот это желательно, конечно, делать. Следующий вариант. Каждый человек заходит на сайт и нажимает кнопочку «Зарегистрироваться». Вот. Заполняет свои данные, логин, пароль, подтвердить пароль, e-mail, имя, фамилия, все это элементарные как бы вещи. И вот здесь вот ID пригласившего. Здесь вот вставляем тот ID того человека, который вас пригласил. Это обязательно. Заполняем капчу. «Зарегистрироваться» приходит на e-mail ссылочка. На нее нажимаем, и вас как бы активизируют. Вас активизируют, и потом вы уже заходите на сайт, нажимаете кнопочку «Войти», вот, логин вставляете и пароль, который вы придумали. Заходите на сайт, вот, и скачиваете Combine. Combine все новенькие скачивают бесплатно, я сам пользовался им 2-3 дня, а потом мне он понравился, я заплатил 3000. 3000 стоит вступление в этот маркетинг. С первого же своего клиента, партнера, вы 3000 своих возвращаете. Очень хороший маркетинг, тоже денежный. Скачивайте Combine. Скачивается обычно через браузер, скачивается. Ну, у меня стоит программа, вот, называется она специально для скачки, потому что через браузер бывает обрывается, повреждаются файлы, и вы приходится вам заново это все делать. Я скачал в интернете программку. Вот, она называется вот Dovglan Master. Вот 5.13. Вы можете бесплатно ее в интернете найти. Вот, скачать, есть даже последняя версия. Вот, и можете еще скачать программу, вот, которая чистит ваш компьютер. Глестер. Тоже она бесплатная, она, вы можете ее скачать. Она вот такая интересная. Вот. И вы чистите сразу как бы свой компьютер. Вот. Нажимаете. До этого сразу вот почистили. Очистили компьютер, анализ, очистка, потом реестр почистили. Все, ваш компьютер запел. Вот. Скачали вы программу. У вас такой архивчик, вы его раскривировали, сделали папочку, подписали Combine, и у вас вот три таких файла появились. Вот это, с помощью вот этого значка можно уже запускать уже ваш Combine. Вот, но прежде чем его запускать, нужно разобраться с вашим скайпом. Вот, скайпы бывают, что они засоряются, нужно чистить историю. Историю тоже, ну, это все по желанию, история, кнопочку нажимаем. Потом настроечки нажимаем, вот, чаты, смс,
вот открыть дополнительные настройки и здесь очистить историю. Нажимаем, и до этого надо все ваши вот эти вот переписки, что такое есть интересное, которое вы хотите сохранить, сохраняете. После того, как вы нажмете кнопку «Очистить», все ваши переписки с вашими друзьями, все она пропадает, естественно, это надо все сохранять, если вам, конечно, это интересно и нужно. Вот все это сделали. Следующий этап, если у вас где-то не помогло, делаем следующие действия. У меня самого несколько месяцев скайп белел, подзависал. Вот, что я делал? Я спросил у программистов, они мне дали такую инструкцию, вот это вот абракадабра, вот это вот проценты, вот эти буквы, все записываем куда-нибудь, и это будет ваша инструкция. Все вот это копируем, вот это вот, то, что я вот сейчас вот выделил, и нажимаем внизу в углу слева пуск. И здесь у вас есть поисковик для вашего компьютера. Сюда вставляем, и вот у вас сразу появляется папочки, где ваш скайп живет, вот где вот там основные вещи. Вот нажимаем на кнопочку, разницы нет, на любую из этих, они одинаковые. Нажимаем кнопочку и находим папочку с вашим скайпом. Вот у меня скайп Кельн 3/5, и эту папочку надо удалить. Вот. И ну, это делается при закрытом скайпе. Вот, удаляете эту папочку целиком ее. Вот, заново запускаете свой скайп, логин, пароль, и единственное, что нужно заново профиль заполнить, там заполнить e-mail, там поставить свои как бы данные, вот, потому что это как бы теряется. Ну, в смысле, остальное ничего не теряется, все контакты, они через полчаса, там через час, они все восстанавливаются, все папочки ваши восстановятся. Это я делал буквально недавно, в воскресенье. Вот, все вот эти ваши, вот у меня папочек вот сколько много, все они как бы восстановились, и все и белые контакты тоже восстановились, которые не дали еще вам свой контакт. Следующее действие, нужно навести с вашим скайпом порядок, нужно по группам их всех сделать. Нажимаем кнопочку «Все», нажимаем «Контакт», «Списки», «Все», кнопочку нажимаем. Вот, сначала идут тут избранные. Если вам нужно быстрее человека найти, и с теми людьми, которые вы общаетесь часто, вы выделяете этого человека, допустим, вот, и правой кнопочкой щелкаем «Добавить в избранное», все, и вы уже будете знать, что в избранном находятся ваши близкие, как бы, друзья, знакомые, вот, которыми вы контактируете всех больше. И вот доходим до папочки «Все». И здесь у вас все контакты, они, допустим, у вас нету групп, ничего нету, и вы хотите навести порядок. Вы старые группы все удаляете, допустим, и я вот так сделал. Я удалил все старые и начинал все вот эти вот, которые мне дали контакты давно уже. Я их делал по 200 человек. Я нажимал кнопочку угловую, ну, самого углу она слева. Нажимаем и вот выделяем вот эти вот контакты. И вы таким способом как бы их выделяете, допустим, 100-200 там человек, вот, выделили, допустим, кнопочку нажали правой кнопочкой, добавить список, и вот какую папочку вы сделали, название папочки, добавить сюда вот, кнопочку нажали, и все, в этом, все вот эти люди попадут в этот чат, или, допустим, в эту папочку. И так вы, допустим, у меня было 1000 контактов, я по 200 человек их всех сделал, вот, этих, как бы, этих людей. Вот они все у меня. Есть у меня старенькие, которые 1000 человек, а есть вот новенькие, которые я добавил, их 1000 с лишним, и многие из них еще не дали мне как бы контакт. Вот это я разобрался, все сделал, скайп почистил. Сейчас мы разбираемся с самим комбайном. Вот что он себя представляет. Вы его запускаете с помощью вот этой кнопочки, или, допустим, сделаете ярлычочек правой кнопкой, щелкните, создать ярлык, и на рабочий стол ярлычочек кинете, и запускаете уже через ярлык, уже нажимаете на ярлык.
Вот, нажимаете вот эту кнопочку, у вас сразу выходит окно, вы вставляете логин и пароль от скайпа. Вот, нажимаете вот эту первую кнопочку, расширяете окно. И смотрите, где ваши папочки. Вот, допустим, папочка последняя, вот, которая. Ну вот, можно сделать папочки, которые вот новые папочки пустые. Вы можете их сделать здесь, вот, допустим, контакт, списки, создать список. Создать список. Здесь вот новый список получился. Неправильно. Кнопочку контакт. Список, создать список. И вот здесь вот вы подписываете какой список. Ну, допустим, подписываете название, все. И на другой какой-то контакт хлопнули, и у вас появился вот эта группа. Опять зашли контакт, списки. Вот у вас она, у вас эта группка, вот эта первая, которую мы сейчас сделали. Все, заходим уже в комбайн. Это новая пустая папочка, подписанная. Вот. Выбрать контакт. Нажимаем. И вот наша папочка, которая новая. И сейчас вот самое интересное, мы будем искать людей, брать скайпы людей, которые находятся в чатах. Их по 200, по 30 человек, а то и больше, занимаются разными бизнесами. И наша задача взять у них контакт, найти их. Нажимаем кнопочку. И вот комбайн находит контакты в этих чатах. Вот, вы выбираете, допустим, проект «СВО наш старт». Нажимаете на кнопочку. Вот, на кнопочку. И он начинает искать. Вот, крючок крутится. Вот я пока паузу нажму. Ну вот, группа набралась. 177 контактов. Я не думал, что так тут много будет. В принципе, она уже у меня, в принципе-то, есть. Вот, что мы можем здесь сделать, допустим? Здесь вот вы можете сразу этой группе. Вы, во-первых, ее можете сейчас сразу запросить у них контакты. Заходите, допустим, у вас уже готово есть предложение, как бы приглашение. Вот меня зовут, допустим, Кельм Сергей, занимаюсь интернет-проектами. Вот, ищу позитивных людей, копируете все вот это приглашение и вставляете вот в это окошечко текст приглашения. Все, вы можете, естественно, надо поменять это потом на ваши. И можете свой текст придумать и добавить контактов. И вот все вот эти 177 человек получат ваше приглашение. У вас группка, она сохранится уже. Вы уже тут... тут я неправильно нажал. Вот, опять начал искать. Вы уже здесь вот, заранее, вот эту группу, конечно, надо вот тут заранее ее поставить. Где она у нас, однерочки, вот здесь. Вот. Эта группа, эти люди попадут все вот в эту группу. Вот. И они будут уже находиться тут уже. Вы подписываете себя на листочке, записываете 177 контактов. Группа 1.1, там разное. Можете по-своему подписать. И вот эти люди получат ваше приглашение. И вы можете потом повторно им послать уже, если некоторые не дадут. Вот, сортировать уже. Я вот посылать не буду, потому что они уже у меня есть. Я могу сейчас вам показать, как ее сохранить. Допустим, вы можете сразу ее не посылать. Вы можете таких папочек отдельно насобирать много, а потом по отдельности им отправлять. Сохранить файл. Нажимаем кнопочку и направляем путь, куда нам сохранить. Я вот сохраняю в папочку. Допустим, у меня папочка комбайн разума. Вот у меня 8 марта, я тут много сохранял. Сохранить. Я вот кнопочку нажимаю, и они у меня там сейчас сохранятся. Паузу нажму. Подписываем папочку и сохранить. Вот она там сохранилась, папочка. Ну, маленечко подзабыл. И вот сейчас вот вы можете уже отсюда уже эту папочку, ну, вот эти люди, скайпы удалить. Все, она пустая. Теперь можете обратно их добавить. Импортировать контакты из файла. Вот вы находите опять эту папочку, где вы там собирали их. Вот. Так. Вот папочка моя 8. Вот это, вот эти вот контакты, как бы
Я их уже всех добавил. Вот это вот этих не добавлял еще. За один день, за 8 марта, 1300 человек я вот с этих чатов насобирал. И вот под номерами они у меня в тетрадочке записаны. Вот это, эти контакты, которые сейчас 170-177, я выделяю и обратно их сюда открыть. Ну, сейчас они у меня тут появятся, эти все контакты. Это другая, наверное, группка, там название. Вот. Где я там сохранил? Ну, в принципе, смысл вы поняли. Сохранять и оттуда же тоже можно импортировать. Вот сейчас эти контакты 14 удаляю. Вот. Сейчас заходим сюда в управление группами. Здесь вот вы тоже можете здесь тоже работать. Вот, обновить. Здесь ваши чаты тоже. Вот. Вы можете нажать на кнопочку. Здесь появится список этих чатов. Здесь будет написано, сколько здесь человек. И можете с ними работать. Создать группу тоже можете. Новую тут группу создать. Нажимаете. Группу, допустим, подписывайте. Вот. Вот. Добавить группу. И она у вас добавляется. Вот тут вот добавить. Вот. Она у вас, вот она, группа. Вот. Выделяем ее. Удалить выбранную группу. Все, она удалилась. Можете в скайпе создавать группки подписанные, а можете тут работать. Вот. Текст приглашения можете также тут выбрать. Группу. Она у вас тут появится, список. Здесь текст приглашений. И также можете как бы запросить контакты у серых. Удалить серых контактов. Можете как бы здесь вот работать с этими группками. А вот самое интересное, рассылка. Вот здесь вот синхронизировать группы. Здесь выбираем группу, допустим, какую-то там. Вот эта группа. Выделяем. Ну, это как бы 177 контактов. Здесь вы можете сразу уже свое приглашение. Допустим, я вот вчера пригласил где-то 500 с лишним контактом. Вот это свое бизнес-предложение. Вот тут и про комбайн, самый первый бесплатный как бы подарок, вот, и про империю разума, все вот это в первом. А дальше уже, чем я занимаюсь там, форесом, то, что у меня роботы работают, приносят мне стабильный доход, все это я как бы тоже людей обучаю, в принципе, ничего сложного, было бы желание. Нажимаете кнопочку, вы свое предложение тут можете, и, естественно, делать какой-то, писать текст, всем без исключения, и отправить. И 500 с лишним контактов получили мое как бы приглашение. И вот люди сейчас как бы все рвутся, вот, и я не могу как бы это самое, хочу ролик сделать всем, вот это обучающий. По форесту у меня есть обучение, а вот по комбайну нету, потому что я сам 2 дня пытал этих молодых людей, которые есть чат поддержки по этому комбайну, но они такие молодые, не сильно особо расторопные. Вот я решил сделать своим людям подарок, как бы, чтобы все быстрее было намного, если на то пошло. Следующий вариант, вот здесь вот синхронизировать чаты. Здесь вот чаты, с которых я брал контакты на 8 марта, там 1000 контактов. Здесь им всем нельзя приглашение делать, потому что это будет как считаться как спам. Здесь как бы свой чат, если сделать, и своим людям, своей команде уже можно, конечно, это делать. Вот. Следующие инструменты. Ну, в принципе, здесь ничего сложного, все элементарно, все просто. Все это можете проэкспериментировать. Вот. Здесь вот автоответчик, сбрасыватель, все это, переадресация звонков, все это у них еще в разработке. На e-mail у них рассылка тоже в разработке. На доске объявлений контактам, одноклассники, тоже рассылочки, тоже с этого же комбайна можно потом будет делать. Они вот сделают все. И по доскам объявлений в интернете много досок объявлений, сайтов. Туда мы тоже можем потом этим комбайном рассылать свое предложение. Или свою информацию, вот, рекламу свою. Вот, в принципе, все очень просто. Информацию как бы буду я пополнять, вот, что я узнаю. Здесь можете искать по городам, по фамилиям, именам людей искать. Название компании можете тут искать, вот в этом месте тоже. Вот эту кнопочку не нажимайте, пользователи всех чатов. Он его будет долго-долго искать. И насобирает, наверное, там 1000 контактов, 1005. Вот, и долго будет. И как бы он может зависнуть. Что делаем, когда он, допустим, зависнет? Я захожу в панель задач, правой кнопочкой щелкаю, запустить панель задач.
И нахожу вот этот, допустим, эту программу, выделяю, снять задачу. Все, по-быстренькому она у меня выключается, и я ее по новой запускаю. Это получается тогда, когда у вас засорен Skype, или сама программа, или интернет, допустим, у вас барахлит. Вы все, когда это получается, и очень часто вы удаляете все вот эти три папочки, удаляете, вот, и скачиваете заново на сайте компании, вот это комбайн, скачать комбайн, потому что вот здесь вы скачали, он уже обновленная версия, а пока вот вы работаете бесплатно, он у вас не обновляется, у меня уже вот, он платный, вот я его на третий день купил, вот, и он у меня уже сам обновляется. Вот единственная разница, в принципе, можно, в принципе, не покупать, и делать себе дружную команду, а потом уже можно уже и вступить в бизнес. Вот можно, в принципе, и так с этого начинать. Вот, что я еще могу посоветовать, обучайте своих друзей и знакомых такую программку, вот Camtasia, вот с помощью ее я записываю. Есть другая программка, вот. Есть еще программка TeamViewer, TeamViewer 7, вот, допустим, вот этот. TeamViewer, с помощью его вы можете заходить, если у человека есть такая же программка, вы обменялись логинами и паролями, заходите и помогаете. Я могу зайти в ваш компьютер, а вы можете с помощью этой программы зайти в мой компьютер. И так вот, если человек вообще даже копировать, вставлять не умеет, у меня вот бабулька тут под 70 лет, она копировать, вставлять не умеет, но по хайпам она носится, как угорела. И где-то зарабатывает, где-то она не зарабатывает. Но элементарных вещей она еще не умеет, и поэтому приходится людям помогать. Ну, самовар самоваром, а помогать надо. Пускай человек установит эту программку, и вы будете дистанционно обучать его, как делать деньги в интернете. Вот с помощью этой программы очень удобно. И также посоветуйте этому человеку поставить программу Camtasia. Когда он будет у вас человека обучать, вы также включаете, кто, допустим, меня обучает, я тут же кнопочку нажимаю, и то, что человек меня обучает, я записываю, потом прокручиваю, и все это я как бы осваиваю быстро материальчик. И так вот, в принципе, советую вам всем делать. Все сразу не запомнишь, бывает, что конференции надо записать. Все это Camtasia и вот другая программка, все это выходите на меня. Вот мой Skype Кельм 3-5. Вот выходите на меня, я все, в принципе, все дам бесплатно. Вот, мне не жалко. Вот всего вам хорошего, успехов в работе. Вот изучайте материальчик. И помогайте своим знакомым. Чем больше у вас будет команда, тем богаче будете вы. Всего хорошего, до свидания.